Более 170 тысяч красноярцев приняли участие в общегородском субботнике. Среди них были школьники, студенты, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители. Они убирали скверы, парки, улицы и пустыри по всему городу. Результат – 11 тысяч кубометров собранного мусора. В администрации напоминают, весь мусор необходимо складывать в мешки и сжигать его запрещено. За это предусмотрен штраф. О неубранных вовремя мешках можно сообщить в диспетчерскую службу по номеру 005.